Radio Future. Future. Поехали. Understand. Чёртова песня, я ее ненавижу. Всем сердцем и душой ненавижу эту песню. Как только она начинает играть, она заедает, блять, на неделю. Я тебе серьезно говорю. Это просто какой-то кошмар. Это... Вот. Не иначе. Кто ее не слышал, сейчас услышит, и она заест у вас. Вот я тебе серьезно говорю. Да она охуенная. Отстань. Концепт. Understand. Я сейчас что-то обратил внимание, что это... Блин, это же локация из первой части. Черт. Это же первый уровень из первой части, ядрить. Да, это Shibuya Show Bus Terminal. Ядрить. Вот серьезно, у меня... Спасибо, Боссман, за хост. И Каири, видимо, за хост тоже спасибо. Спасибо, и привет! У меня есть игра, ну вот честно, я так и не играл в нее. Я купил давно-давно ее, прям хуй знает когда. Я думал, сейчас, короче, открою, а тут чек лежит. У меня просто есть такая хрень, короче, что в некоторых коробках, типа, лежат чеки до сих пор. Так, здесь не лежит. А где лежит? Вот сейчас возьму стопку. Вот я тебе по-любому, я сейчас в одном из дисков найду чек. Отвечаю. Правда, стерся уже. И за сколько я купил, ну-ка, Марк Эко Контест Антерпреша? За сколько? За 50 юаней? Что? Че, блядь? 180 рублей. Не, ну, в принципе, нормальная цена. А еще где есть? Нету. Сейчас найду. О, еще чек есть. Фаренгейт за 130 рублей. Причем в том же магазине, судя по тому. Судя по чеку, да? А почему вот эта игра стоит дороже этой? Что за магия? Нахренеть. Концепт of love. How you doing? Привет, Артём, спасибо за 3 бица. Здрасте. Привет, Ирвин. Jet Set Radio вспомнилось. Это и есть Jet Set Radio. Блин, ну Jet Set Radio музыка охерительна. Прям огонь. Блин, мы что, целую песню прослушали? Нихера себе, мы молодцы какие. Jet Set Radio Future на пеку. Там сейчас, короче, слушок прошел, что Microsoft что-то, короче, там с обновлением впихнули. Какую-то... Короче, они тестируют совместимость какую-то непонятную с Xbox One играми. Возможно... с Xbox 360 играми. Так что есть это такое
предположение, что, возможно, когда-нибудь в ближайшем будущем на пеку появится Fable 2. И другие вещи, типа Halo там. Да если они разовьют эту идею, может и эта игра появится на пеку. А почему нет? На что закидывать игры-то хорошие? Я, правда, эту игру не играл, я не знаю, хорошая она или нет. Но музыка уже как минимум хорошая. Давай, новая игра. Я надеюсь, здесь все примерно так же, как в оригинале. Иначе я просто запутаюсь. Так, это GG Garage. Где наша пицца? А, ты не доставщик пиццы. Ты хочешь присоединиться к GG? Почему он двигается как таб? А зовут его Корн. Значит, что скажу. Найди Гам. Она, с ней надо поговорить. Подойди к ней и нажми правый триггер. Понял? Типа того. Я видел второй фейбл. Насколько я могу понять и судить, то она, наверное, чуть-чуть получше, чем третий. FPS странный. У вас. У меня вроде нормальный, а у вас какой-то странный. А сколько вообще FPS состоит? Секунду. Я сейчас верну вам все. 60 FPS стоит, а в чем проблема? Что не так? Я еще кое-что сделаю, что мне не совсем нравится. Коррекция цвета. Ну вот как-то так. Да, да, вот, вот так. Да, вот так мне больше нравится. Чуть больше темных цветов. Что я сделал? Тут можно на правый триггер переходить в режим от первого лица. Нормально. За кого мы играем? Что это за поц? Чего? Программа... Чего? Программа Твича на телефон? БТТВ? В смысле? А, все-таки так можно. Ну окей. Ну где Гам-то? Ой, Гам, а ты изменилась. Сиськи отрастила. Ядрить. Ну и тут этот кися. Кися, который хочет присоединиться к нам. Ну похож, да, на йо-йо. Я не знаю, откуда ты. Но улица суровая. Очень суровая. Давай посмотрим, что ты сделан. Так, мы начнем медленно и нежно. Ну давай. Так, давай посмотрим, как ты можешь. Как высоко ты прыгаешь, видимо, да? Нажми А, чтобы прыгнуть. Ой! Раз, два, три. Так. Так, техника грайнда, окей, это очень важно. Прыгнули на рельсы. И будешь автоматически скользить. Вот это вот движение, ёпты, блядь. Нет, ты прям брейкданс пошел, все. Так, где нам там рейла-то надо найти? Вот, вот это пойдет? Уи-ху!
Неплохо. Давай еще. Ног. Так, последнее, что нужно учиться, это делать граффити. А эти штуки, которые крутятся, это души улицы. Чего? Чего? Не все люди их видят? Чего, блядь? Подожди, а на какую скользить-то? Ускорение есть? Подожди, стой. Так, мне нужно найти, что покрасить, видимо, да? Ага. А чё так галима-то? Так, а на что надо нажать? Ой, как просто-то. Hey, you go. Так, буст даш. Угу. Б? В смысле? На... Ех, нихера! А почему я не смог второй раз его сделать? Хм. Так. Неплохо. Ну, посмотрим, что с тобой будет на улице. Вот здесь вот начинается настоящий тест. А, так. Найди рабой. А кто это? Он иногда бывает не очень, но... Но он очень, видимо. Очень не очень. Но он нам поможет. Так, он поможет тебе настроить игру. Так. Покажите, как сохранять игру. Тоже. Он в этом крут. Здорово. Гам сказала что-то обо мне. Меня зовут Рабой. Но я думаю, ты это уже знаешь. Все тут знают, кто я. И ты не выживешь без тренировки. Улицы нелегки. Йоу, нуб! Нормальное приветствие. Йоу, нуб. Отлично. Я прям чувствую, как я здесь буду среди своих. Йоу, нуб. Так, ты слышал про Jet Set Radio? Да, что-то слышал, вот. Да. Пиратская, нелегальная, короче, радиостанция, которую ведет диджей Профессор Кей. Он все еще работает там? Охереть. Просто это же будущее, типа. Или что-то типа того. У него там музон отличный. Ну, короче, шарит на улицах, что происходит. Так, ты должен настроиться на его волну, если хочешь выжить там. Подожди, слушай. Шоу сейчас начнется. Ну давай. Я не хочу переводить. Что у тебя с прической случилось? A mega enterprise headed by Rokkaku Goji. Rokkaku is using his money and influence to mess with everything. Industry, society, and even our culture. And he's even got his eyes set on City Hall. А ты жив, что ли? Rokkaku's been shaking down the government, passing that Rokkaku law crap, even buying off the police department. Значок GameCube, блять? Лол. Rokkaku is trying to stomp out our culture left and right. They don't give a rip about our rights. All they care about is profit. And some spineless fools have already become flunkies in that diabolical scheme. You better believe they're listening in on this broadcast. But even in all this, there's a group of young kids who tear up the streets.
I'm talking about the root. These kids are set up and buried Tokyo in graffiti. And now they're all wrapped up in their own little territory of tug of war. Interesting. The hottest team at the moment is the GGs. There's Yo-Yo, a guy who'll blow your mind with silver tongue. And Gump, a real cool lady who leaves a trail of broken hearts wherever she goes. And let's not forget their leader, a self-styled genius that goes by the name of Korn. These three are your guard variety street punks. Подожди, я что-то пропустил момент. А как главного героя зовут? Они указали? The attack on the record store in Chuo Street. Prowlers in Dogen Zaka Hill. По-моему, Йо-Йо был написан все-таки. Самый мой нелюбимый персонаж из оригинала, что ли, получается, здесь главный герой. Вот такое. Не нравится мне Йо-Йо. Короче, в принципе, ничего не поменялось с первой части. Ракаку так и управляют улицами, захватив там полицию под себя, поджав ее и т.д. А мы чуваки, которые просто тупо рисуем в городе всякую хуйту. Ты че, банда? Это кепка? Ты говоришь со мной? Ну как тебе сказать? Я говорю сейчас с пустым местом, потому что ты почему-то из кадра вылетел. Я только начал. Ага, здесь можно сохраняться, выбрать персонажа. А кого можем выбрать? Ну да, Йо-Йо. Стамина. Ну давай начнем с тебя, ладно, хрен с тобой. Ну да, суть по лицу, да, это тот самый Йо-Йо. И по голосу тоже, отвратительный голос. Так, а что там еще было у тебя? You talking to me? Я не знаю. Basics, все граффити. Ну-ка, покажи. Как это тут выглядит-то теперь? Так, это типа... Маленькие. Так, а как мне увидеть? Каждый раз надо нажимать, что ли? Вот это хочу. Из граффити. Вот это прикольно было. Нихера. Злой пришелец, блядь. Мне нравится. Выбери это говно. О, из первой части смотрю. Граффитосы вернулись. Так, ну по-моему вот это самое нормальное, да? Так, L. То есть здесь 4, подожди, 5 видов граффити здесь, нихера себе. 5. Да. Что-то, по-моему, вот это было граффити, только тут макака была по центру. Космонавтов рисовать. Не, давай вот это возьмем, это прям для ферста. Космонавты с граффити. Хотя я сегодня такой тоже, да? В таких цветах, поэтому давай. Это я возьму. Сейчас, секунду, окно открою. Я первый раз играю, я нихера тут ничего не знаю, хоть у меня и диск уже лежит 100 лет. Может самому сделать, но мы не будем. Это долго. Потому что я в таких делах перфекционист. Так, музыку в гараже можно поменять. Прикольно, но я не буду пока. Пусть это будет сюрпризом, какая музыка в этой игре есть. Так, как нам начать-то вообще? Территория, так, ну и чего? И какого-то чувака нужно найти.
Так. Короче, там лютуют копы, все дела. Короче, не порти всем, все и все будет хорошо. Как мне уровень-то начать, алло? А, то есть это надо выехать, что ли? Подожди, это серьезно? Подожди, меня мучает один вопрос. Почему не могу рывок делать? Я, походу, не успел прочитать. А, да-да-да-да-да-да-да! А-а-а, стой! Там собачка была? Из оригинала, что ли? Ай, вот она, моя хорошая! А-а-а, псина, блядь! Леса. Здорово. Так, ну как мне выехать? Игра. Шибу я терминал. Давай, начнем с чего-то знакомого, я думаю, да? Где-то тут написано. Шибу я терминал. Бас терминал. В смысле нельзя? Чего? Да что не так-то? Не с этого надо начинать, что ли, или что? Сюда может поехать. Вот сюда можно. До Гензака Хилл. Я не знаю, что это. I bet the punks who did this are the same ones who are spreading all the nasty rumors. Cover Dogenzaka Hill in graffiti and flush out those rumor spreading scumbags. Опа, опа, что это? Стоять. Я не знаю, что это такое, ну куда сюда? Что такое? Граффити новое нашел. Хорош. Ой! Ой, а что так можно? Хе-хе, прикольно. У-ху! А насколько карта там? Их нихера. Что-то они тут. Ну куда ты? Я не так хотел отстать. Бляха, как непривычно. Такой вроде это Jet Set Radio, а вроде бы и нет. Ну не то, что я играл, знаешь, вот. Ой, а что так тормозит-то, ядрить? Хера себе, вот это скорость. Это из-за людей? А что, там с кем-то можно было поговорить? Здорово. Кто-то похитил кого? Чего? Плохая карма, чувак, плохая карма. Это они там кого-то держат в коробке? Чё, блядь? Так, я не понимаю. А где рисовать-то? Оу. Так, здравствуйте, Кириус. Здравствуйте, Рамошечек. Здравствуйте. Походу, граффити соусы обозначаются на карте. Окей. Ну что-то это прям... Так. Блин. Это, конечно, не очень. Что этих нету. Как их называют? Что?
штучек этих, как их называют. Как это называется? Блин. КТЕшечек нету. Типа, что прессовать стиком там. Непривычно как-то, что все граффити рисуются прям так вот, знаешь, типа на одну кнопку. Это Фидлер. Ну ладно, нормально. Хитмазон. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу. Ну, с другой стороны, как-то это все быстрее стало. Как-то слишком быстро. Ех, нахуй. А я хорош. Так, а сколько максимум-то можно носить с собой? Так, 13 из 16 покрасили, нормально. Странно, что на меня еще копов не натравили. Ядрить мыло! Так, я не понял. Где? Вон там что-то есть наверху, а как туда залезть? Короче, случилось непоправимое. Что именно? Для того, чтобы сделать ускорение, нужно нажать триггер. Не триггер, а кнопку Б. Но это стоит 10 баллонов с краской. Ауч! Блядь, Филипп, блядь, Анастасия, блядь, мистер Некрайт, который кричит, как я и предполагал. Ой! Музон знакомый какой. Тихо-тихо-тихо. Как туда залезть? Я хочу туда залезть. Как туда залезть? Блин, это вообще реально? Видимо, я что-то не знаю просто. Короче, я это... К чему я сказал по поводу кричать? В новостях просто всплывает, знаешь, такое, типа, это... Стима. Типа, это, сделайте предзаказ Ace of Attorney. Чего оно не берется? А, 30 максимум. Сделайте предзаказ Ace of Attorney в Стиме. Это же такой, бля, мистер Некрайт орать будет. Две минуты проходит, блядь, буквально, короче, в Дискорде. Сука. А, вот отсюда, может, надо прыгнуть? Подожди. Да это, блин, песня из оригинала практически. Подожди, где она? Где эта штука? А мы сможем допрыгнуть? Воу! Тихо-тихо-тихо-тихо. Опять Силька. Ничего не пропустил ровным счетом. Только туториал, наверное.
those rumor-spreading punks. Так, время смываться. Передавай, мы почти. Нет. Да в смысле? Здорово! Здорово! Бит! Чё смотришь? Ну ты меня прям что-то обижаешь, слышь, парень? Гарри со мной? Эй, ёпта! Ты меня за кого принимаешь? Ты думаешь, я это сделать не смогу, что ли? Я даже прыгать не буду. Ладно. Ладно, я сейчас вернусь, подожди. Я почему-то подумал, что там расстояние меньше. Лол. Ну ладно, 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 ладно. Бит — это капитан команды вообще их должен быть. Но почему-то он вообще здесь не удел. Мне что-то непонятно. Это что сейчас было-то? Так, я не понял, ну куда ты увалил? Так, бриф апдейт. Графти поинты. Это необычное. Это графти стоп. Ты можешь менять персонажей, сохранять игру здесь? Да? Нажмите старт. Так, а там? В меню можно попасть, окей. На каждом уровне такие есть. Так, подожди. Это, то есть надо сначала разукрасить, да? Это ж прикольно. Чё ты? Чё ты убегаешь-то от меня? Я слышал о тебе. Ты один из GG? Скажу тебе так. Я... Давай гонку. Если можешь победить меня в гонке вокруг Дигензака Хилл... Это... Чего? Тогда это место принадлежит мне? Чего? Ну давай. Надеюсь, ты не пожалеешь. Как песня прикольная опять. Бля, у меня какой-то дежавю. Давай, пока. Не? Не пока? Ну ладно, давай, пока. Бичха! Правильно иду? Не-не-не-не-не! Это что, Мегамен, блядь, был? Ох, мальцо, мальцо. Come on.
А что такой простой-то? Непростой, оказывается. Да чё ты сел-то, блядь? Слышь, бобслеист, давай, едь! Ну чё он сел, реально? Так, окей, окей, ты победил. Ребят, сильнее, чем я думал. Я думаю, я с вами буду зависать, окей? Окей, окей. Ты думаешь, я к тебе... Бич, бич! Я думаю, что я тебе разрешу, шёл нахер отсюда. Дюшбэк. Ай-яй. Эргант Мэйдж. Короче, он идет в гараж. Копа хардкорный, говорит. Я это, в гараже лучше посижу. Все, трухнул. Дружинники, блять. Так, в смысле? Победить полицейских миньонов, а как я их победить смогу? Сбить всех, что ли? Не-не-не-не-не! Бэм! Да ладно, толкаться можно, алло. Охренеть, конечно. После того ада, который был в первой части. Так, давай, кто вылезешь оттуда, пожалуйста, давай, вылезешь отсюда. Разгон возьмем, как ебанем сейчас. Ой, у меня краска кончилась, когда успел-то. СОС! СОС! Ты че ползаешь тут? Давай вставай. Отстань! Просто сломал их всех. Знаю ли я, сколько надписей у меня внизу? Знаю я одной. Такая. Подожди, подожди. Менять персонажа. Бит. Почему так? Не знаю, сломал все. Я музыку услышал, у меня что-то это на душе как-то заиграло что-то. Дому дороги. Дому дороги. Спасибо, Данич, за хост. Так, а чё ты куда-то меня просишь идти-то, не пойму. Вернуться в гараж? Да, пешком вернемся. Ты-ты-ты-ты.
Можно я пройду? Спасибо. Так, ты, значит. Во-первых, сохранись. Да. 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 В терминал надо. Ну, я в любом случае поехал бы сейчас в другое место. Так. Что-то поменялось. Там какие-то графики мы вроде нашли, да? Ну-ка, давай заценим. Что у нас имеется. Так, это открытый или что это? О. Я взорвался, да, ничего. Короче, я... Да. Мне нравится. Pump out. Сколько мы граффити взяли? Одно. Два. Два, что ли, всего? Да не такой же, я бы сказал. Потому что, знаешь, что можно делать? Хуяк! А, такого ожидал? Я вот не ожидал нихера. Короче, этот Jet Stradio, насколько я понимаю, с открытым миром. Ну, более-менее. А можно я куда-нибудь вылезу-то? Так, Шибуя? Шибуя, не Шибуя? Давай. Да вроде говорят сюда. Ой! Адаем! Он Силька спрашивал. Вон снизу он, на картинке. Цвет волос поменял. Тихо! Я хочу его увидеть вживую, ну, я рад. Что я могу сделать-то? Меня машина не сбивает. Что это за магия такая? Меня всегда машина сбивает, алло. Да ну за где? Да ну, лол. Хорошо, давай сверху. Вот оно. Я узнаю это место. Оно перестроилось за время, конечно. Но это все еще оно. Блять! В смысле? Ты хорош. Пиком, подогрев на ночь глядя. Всем порадочных снов. Спасибо, пиком, за поддержку канала. Вороны. Да не на автобус, ну. Остановись! Остановись!
Да тут слишком, блядь, много всего. Ты какой большой вокзал-то стал. Ядрить. Я вроде бы узнаю его, но вроде бы и нет. Потому что, ну, они взяли, походу, вот эту часть из основной игры. И на нее надели еще кучу всего. Дайте мне взять это граффити. Где оно было-то вообще уже? И уже все. Где оно? Ты, блядь, издеваешься? Знаешь, что заметил? Таймера нет. Не тормозит картинка? Мне что-то, я, блин, смотрю сейчас, что оно периодически как-то странно выглядит. Так, сзади еще где-то есть граффити. Где-то вон там. Ой-ой-ой. Как-то залезть. Понял. Нет? Значит, что-то у меня. С глазами. Да ты угораешь, что ли, надо мной? Ну что происходит-то? Че ты долететь не можешь? Почему ты не прыгнул? Ну, я не знаю. Я уже час играю практически, проблем нет. Единственное, FPS немножко просел в двух местах. Ну, там я могу понять, почему он просел, там слишком много народу было. Девяносто третья. Окей. Го красить. Пошли вон, туристы. Где из этих значков порой теперь не понимаю? Из-за камеры не понимаю порой, где мне красить нужно. Он повернулся туда, а я как бы... Да идите нахуй отсюда со своими селфи-палками. Брысь. Дураки, что ли? Так, точку сохранения сделали. Ой, на большой это хватит. 3, 4, 5. Блин, не хватило. Го баллоны искать. Я благодарю Сегу за то, что они здесь сделали много краски, и она быстро появляется назад. Я прям благодарю их за это. Что, в оригинале краску порой хер найдешь. Но они тут сделали такую хрень, типа, что можно эту краску просто слить случайно. Даже не случайно, просто я сейчас нажму вот так. Минус баллон. Просто. Дина Крузис вчера прошли. Финал. И пусть никто больше не заикается на тему того, что Дина Крузис 3 плохая игра. Она охуенная. Один финал просто. Сука, я даже говорить не хочу, что там произошло. Иначе я сейчас начну во всех красках рассказывать просто. Nice.
Да вот это что-то новенькое. Это что, трансуха, что ли, какая-то? Даже не техно. Не, перевод нормальный. Перевод прям хороший. Иди на Крисе, если о нем речь идет. Потому что я видел ту японскую версию, типа. А это паловская. Где граффити? Не пойму, где оно? Или это типа точка, что здесь... А! Тьфу, блядь. Они про адвокатов, ну все понятно, ладно. Так, где-то на остановке. Не, музон такой качает прям. Слышь, психованная бабень, ты чё? Че это с ней? Дому дороги! Дому дороги! Уай! Я слышу песню. А че у меня внезапно? Опять боссман меня хвостит? Че? Уа-уа! Вау-вау! 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 А-ля-ля-ля-ля-ля! Значки очень такие, знаешь, неброские здесь. В оригинале они прям в глаза бросаются. Тут что-то... Снизу подписи нету. Да, норма. Я не виноват, что-то сломалось сегодня. Ой. Блин, я, мне прям нравится. Именно вот эта локация мне прям нравится. Ой, наконец-то меня сбил автобус, ёб твою мать. Я-то уже думал, что-то поменялось в этом мире. Блин, подожди, сколько там граффити-то? Со всех сторон, что ли? Тихо. Так. Так, так, так. Rock Dead Shit Homie? Серьезно? Я всю жизнь слышу, короче, в этой песне Back Dead Shinobi. Типа, отойди, Шиноби, значит, ты чё? Так, а они где? Здрасте. Ур, гава-га-га. Так, ну это понимаю, я так закрасить их, ну, да, правильно? Или это преследование тоже?
Так, подожди, куда они поехали-то? Я что-то, блядь, я что-то увлекся. Куда ты понесся? Опа. Здравствуйте. Чё, хотели от меня съебаться? Нет. Не, походу за ними просто надо повторить. Так, на дорогу. На мост. Ага. Ну понял. Пошли нахуй. Ты думаешь, я по-своему не доберусь до туда? Я, блядь, здесь вырос, ёпт. Я здесь, блядь, вырос. Дорогу я тут не найду, ага, сейчас, блядь. Пошли штучки оригиналов. А давай ты не будешь так делать. Ты тратишься, ты пытаешься меня достать, что ли? Так, надо идти. Гарам? Нет, стоп! Комбо, что ли? Комбо ты ли это, блядь? Ебать, тебя жизнь не пощадила. Подожди, комбо это ты? Комбо! Комбо, блядь! Комбо, я иду, это ты, комбо? Где ты? Вон тусит на дороге. Комбо, это ты? Комбо! Чё это? Вот и мне интересно, чё это? Чё у тебя голова такая маленькая, тело большое? И почему ты костюм Тора одел? Чё это за шарики, как у Тора на броне? Ты чё? Так ты чё тут рисуешь, ёпта, а? Я думаю, это был ты, ага. Короче, давай, гонка, видимо, да? Ну, давай. Посмотрим, сможешь ли ты это сделать. Или не... А, повторить трюк? Ой, мать. Ой, мать! Ой, мать! Ой, мать! Слышь? Ты чё, ебанулся? Да... Здорово. Спасибо. Привет, VCG. Блять, надо было прыгнуть, ну. Да это не главный дизайн персонажа здесь. Мне надо было прыгнуть-то вот здесь? Да, вот здесь. Вот, да ну в смысле? Да ну я же уже сделал это, алло. Сика. Вот сика. Куда транспарант убрали? Вот здесь всю жизнь был.
Воу, нихрена себе. Там двигается этот. Вот эта штука двигается. Видел? Вот это. Бум. Сэй! Лялин! Давай. О, блять. Вот здесь раньше грузовик стоял. А и вот здесь был транспарант такой прямой. Это просто часть карты оригинального GTS Radio. И часть новой игры. Надо просто это сделать. Чтобы это сделать, надо это завилизировать. Завилизировать, блядь. Короче. Чтобы сделать этот прыжок, нужно стать прыжком. Я прыжок. Я прыжок. Я прыжок. Я прыжок. Я высокий. Как они это реализовали, что-то не помню. То есть в открытом городе делать, что хочешь, потом просто вдруг можно взять и... Хуба! Вот так вот сделать, и херак, красавчик. А куда дальше надо было? Вот сюда. Ты куда? Подожди, дурак, что ли, блядь? Ты, блядь, серьезно? Нечестно. Это я же сделал. Только игру не ебет это. Короче, надо вниз нажать. Вот здесь, вниз. Красиво. Привет, Metal Serge. Я не знаю, пока не встречал его. Пока только полицейских показывали обычных. Но я чувствую, что он появится. Рано или поздно. Jet Set Radio без капитана Анисимова, не Jet Set Radio. Ты красава, короче. Так, короче, объединяемся с ним. Комбо присоединился. Красиво. Красиво. Играть за него я, правда, не буду. Get! Где ты? Давай, давай. Не? Так, ты давай, короче, вываливай, а я буду с этими скопами разбираться. Да, давай, давай, давай. Музан! Ты кто? Ты это кто? Так не видишь, что это он? И то я расстроюсь. Не надо меня расстраивать. Ты серьезно, что ли? Ебать, у него там ХП, конечно. Мне кажется, я сейчас помру.
Да в смысле? Но ведет он себя как Анисимов. Но тут и не голос. Это больше, блядь, похоже на Альфреда Эшфорда какого-то, блядь. I'm gonna get you. Сука, сейчас. Я тебе отвечу, так и будет. Ну урони ты, блядь, его. Красота. Красота. Здорово, пацаны. На спине. Противополиционный спрей, да. Силька! Ты хотел вживую. Seems a poison gem graffiti contains a lethal poison, makes people laugh themselves to death. They followed up their performance at Shibuya Terminal with encores at Chuo Street and in Rokkaku Dai Heights. Those poison gem punks got as much attitude as they are ugly. And poison gem has been heating up the streets with their rivalry with the... Что это за шенму началось? Ой! Здравствуйте. Хай, Дэн. Poison jam, like cats and dogs. If you can find them out there in the streets, they might slip you some information. And then there's Hayashi. Это Хаяши. Police force's own personal version of hell on earth. I mean, even his own partner's afraid of him. Because when he loses it, there ain't no telling who he'll shoot at. I mean, he's crazy. Check this out. Just the other day, he freaked out and trashed the patrol car. And why, you may ask? Because one of his subordinates went to buy him his favorite mint candy and came back with coffee instead. What's up with this fool? Я даже в чат войду. Хэштег. Верните Анисимова, ну. Да, хп у него, конечно, дохерища. Спрей, граффити, ускорение. Да вообще в идеале вот за него играть, на самом деле. Так, а чё мне... Чё я здесь, как... Что я здесь, как... Почему я здесь оказался-то? На выборе персонажа. В честь чего? В другой кусок локации, что ли, идём? Так, ты. Сохрани меня. Так, нет, сначала давай граффити. Посмотрим, что там насобирали. Что-то новенькое? Не очень. Так, это наше установленное. Не нравится, не нравится. Так. Уф. Нет, ну Модернс мне больше нравится. Это чё? Буду сапсаны рисовать. Давайте будем сапсаны рисовать. Эту ласточку. Блин, еще я не поиграл в свое время в эту игру, блин, мне в принципе-то она нравится, неплохая. Я бы даже сказал, хорошая. Просто мне туториал, видимо, что-то не зашел.
Я фиг знает. Странненько это все. Может, он еще появится. Я буду держать пальцы за него. Так, перерыв. Пару минут и... Сейчас вернусь и продолжим.